Вот он, наш храм культуры и искусства. Каждое утро в течение многих лет иду и любуюсь этим творением. Красавец, 51 год ему, а он с гордостью смотрит вперед. Сколько повидал он за это время, сколько событий, людей, эмоций, смех, слезы, падения, взлет, непреклонен и величав, рад каждому, кто приходит сюда, чтобы наслаждаться таинством искусства, ждет всех, кто относится с благодарностью и любовью к внутреннему его миру, миру культуры и таланта. А сегодня он ждет вас с одной целью, чтобы вы подсмотрели, из каких рабочих моментов складывается праздничная атмосфера. Я сегодня экскурсовод-невидимка. Что, Светлана, утро начинается? Да, много работы. А это дети цирковой студии «Ритм» спешат на занятия. Быстрее, вас уже так ждут. Ну-ка веселее. Танцевальная группа «Эликсир». Дорогие друзья, проходите, не стесняйтесь, милости просим. На второй этаж нашего Дворца культуры. Здесь надо тихо. Только можем подсмотреть. Разгулялись волны к непогоде, и слова горьки, и мы не мы. Это не любовь от нас уходит, это от нее уходим мы. Библиотека. Книжный храм великий, о, сколько здесь трудов, великих тем! Мир без нее становится безликим, где знаний нет, вопросов и проблем. Мальчик, ты куда? Спортзал! Спортзал тоже находится во Дворце культуры, но тебе туда еще рано. Пойдем лучше в музыкальную школу. А в детской школе искусств, как всегда, звучит музыка. Она ждет наших талантливых детей. Ждет детей рисовать, музицировать, петь. А сейчас мы с вами идем на красивые звуки. А что же здесь происходит? А здесь идет репетиция. Кто поет, а кто танцует, а кто и придумывает следующее мероприятие. Так, репетиция праздника Победы, которая будет идти, очень жаль, без зрителя. Тускло звезды мерцают. Много мероприятий проходит в Музее боевой трудовой славы, посвященные Великой Отечественной войне. Вечная память тем, кто не вернулся тогда с Великой Отечественной войны, и долгих лет жизни, ныне еще живущим. Какая тишина!
правда. Это самое красивое место в нашем Доме культуры. Потому что перед тем, как начаться праздничному концерту, мы всегда слушаем эту тишину. Потому что за этой тишиной будут овации, будет музыка, будет смех, будут самые красивые концерты и мероприятия. Итак, занавес открывается. Чипака!